У нас 11 мая 2021 год. Вот мы продолжаем здесь работать. Вот брат съездил на мотоблоке. Спахал вот у Нины Васильевны. Вот. И сейчас мы здесь вот пошли. Здесь вот мы полили этот лучок наш, семейку. Вот уже три гряды. Две уже точно засадили. Тут у нас морковка. Вот. Две гряды. Это вот третья. Я уже сажу горох. Гороху замочил целое ведро 10-литровое. Даже вроде бы 12 оно. Вон брат там трудится. Сейчас покажу его. Вот грядами занимается, а я посадкой. И вот так друг друга дополняем с ним. Вот так вот. С Божьей помощью и трудимся. Ну как, брат, тебе эта работа твоя? Нормально? Нормально, но надо менять. Смена деятельности, лучше отдых. Сейчас ты получишь смену деятельности. Нет, ну можно и поливать, но я сейчас я покажу этот процесс, как у меня получается. Нет. Я доделаю, что там, ты босиком так. Ага, ну я это, ковыряй. Земля теплая, решил немножко раздеться, ножки свои потренировать. Брат, поснимай, я пока засниму сейчас, как я этот процесс тоже делаю. Полив потихонечку. Да. Оп. 10 литров гороха в ведро посадить. Я думал, это немного, оказывается. Это десятки метров грядок. То есть, что я делаю? Я ровки вот так вот бросаю, то есть делаю заранее. Она у меня пока бежит, я тут сею. Вот сейчас, чтобы вода зря не уходила, я там дальше проделаю. Он идет сюда весь вниз, она хорошо бежит. Гидроуровень у нас тут все. А. Природный. Природный, это точно. Вот. И тогда, когда арбузы, даст Бог, посадим, это тоже будет очень удобно. А арбузы, как правило, под пленку садятся очень. Вот. И сейчас я. Арбузы вызревают здесь у вас? Да, вызревают. Сладкие, большие. У этой, у Ирины Устиновой один год выросло на 11 килограмм. Сладкий, да. Вот, ну конечно, как, ну даже полосатый вызревает. Конечно, не такие большие, как, например, в Астрахани, да, там. Там-то большущие они вообще. Но. Есть и можно, да? Да, есть можно. Вот сейчас, пока она бежит, я начинаю этот рядок сеять. Дорожек мой. Тут мне вот водой выдуло, конечно, вымыло мне. Все, и потихонечку. Сеять густо, чтобы не было пусто. Ну, да. Вот так вот. Потому что как-то его разоединять по одной, это слишком долго будет. А он желтый такой был или он от воды пожелтел? Нет, он такой есть. Это сорт. Игорь Барабаш мне дал. У меня зеленый какой-то. Два года назад. Вот, это прямо стоящий. То есть он прямо растет вверх. Он по земле не стелится. А, стебель жесткий у него. Да. А у меня видимо кудрявый какой-то был. Да, ну это я обычный. Обычно это стелится, а это не обычный. Он специально такую сорт где-то взял. Все, сейчас я перекину. Сейчас подкину. Вот дальше. Все, вот здесь пускай. Сейчас, пока она там будет заполняться, я здесь набросаю. В общем, система ниппель, да? Да, до этого я не сразу дошел. Сперва бегал, мучился, проливал, делал эти канавки сперва, потом проливал, потом куда-то закидывал шланг с этой водой. Тут где-то что-то тоже поливалось. Но он такой сладкий, когда свежий-то, спелый горох. Да, да, да. Так же можно есть, да? Да, 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 мы сейчас с удовольствием. Просто мы когда сажали, то мы его никогда не,
не сушили на еду, то есть все время зеленый ели. А у нас не успела съедать, потому что я много еще сажу всегда. Дамбу надо сделать. Все. Вода течет, видите куда. Володя, как все серьезно. Все. Мог бы наискосок делать, но он тогда это выворачивает некоторые горошины. Потом я так. Грабли у меня есть, но я тяпкой быстрее. Тяпка вещь. Это тяпка матушкина, хорошая такая. Под роспись дала нам. Под роспись, да. Сохранить, возвратить целости. У нас свое все есть, просто тут под руку, говорится, попало. Все. Все. Ну еще метров 15-20. Да, то есть вот такая гряда будет. Сколько ты, брат, замерял-то? 62. 62 шага, да? Ну, 60 пускай. Ну, метров плюс, 60 получается, да? Плюс-минус, да. Так, то есть, если во всю длину, то метров 100, наверное, весь огород будет. Если какая-то сверху ничего там, подумаешь, ворона склюет. Зетину надо птицам отдавать. Да. И птицы небесные пускай. Потому что в Библии написано, как до конца края не дожимай. То есть, если что-то упало, не собирай птицам, чтобы доставалось. И ягоды точно так же написано. До конца не выбирай, до последней. Да, придет руфь, будет собирать. Ну и руфь, и да, бедные. И для птиц тоже Господь давал заповедь. Ну вот так вот, с Божьей помощью сегодня с братом трудимся. А потом шланг у тебя течет постоянно, все успеваешь? Да, вот. Все, я сейчас буду, я сейчас это рывок сделаю. В общем, поговорка не про тебя, что много с тех пор воды утекло. У тебя все под контролем, да? Этот момент пробил вот этот, например, видок. А мне этот не надо. Мне надо вот следующий. Здесь. Конечно, ты так бегаешь, ты как этот челночный бег у тебя. Да. Приходится. Потому что Рима Пальцева отдыхает, наша чемпионка мира. Много работы надо выполнить. Стараюсь быстро. Тут даже оператору сложно за тобой угнаться. Я густовато сажу. За горох-то ему что, меньше травы будет? Да, гороху места хватает. Сейчас ты перекинешь в другую канавку, да, уже? Да, он вот здесь до края дошел. Все. Сейчас сюда раз. И пускай он здесь заполняется. А я в этот момент вода остановится сейчас. Начну уже горох садить. Ну вот так и до конца. Ну все. Ну молодцы. С Божьей помощью. Слава Богу за все. Аллилуйя. Красненькая.